Дорогие друзья, мне очень приятно обратиться с этим видеообращением по случаю пятилетия открытия Русского центра в Университете Гранады. Казалось бы, 5 лет – небольшой срок. Но это был первый русский центр в Испании, и далеко не случайно, почему он был открыт именно в Университете Гранады, потому что школа русистики в Гранаде насчитывает более 60 лет. За это время сотни студентов изучали русский язык, и не только смогли научиться говорить, читать, писать и понимать по-русски, но и много узнали о России, ее истории, стране, о ее людях. И я уверен, они стали истинными симпатизерами России. Гранадский университет для нас очень важен, мы очень высоко ценим наше сотрудничество с этим университетом. Именно здесь проходил 13-й конгресс Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы. Для нас очень важно, что и в открытии русского центра в Университете Гранады принимала участие Людмила Алексеевна Вербицкая, выдающийся ученый, филолог, которая была инициатором создания фонда «Русские миры», которая многие годы бессменно возглавляла попечительский совет фонда. Много мероприятий проходит в русском центре, и мы уверены, что он стал своеобразным окном студентов университета в Россию. Конечно, сейчас все мы переживаем нелегкие времена. Многое из того, что мы раньше делали, перешло в онлайн-режим. Но это, с одной стороны, конечно, накладывает определенные сложности на нашу работу, но и расширяет возможности. Мы уверены, что университет Гранада и его русский центр и в дальнейшем будут таким флагманом нашим партнерам в Испании, что то, что начато было 5 лет, будет развиваться успешно. И, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке открытия, кто на протяжении этих 5 лет активно работал в центре, благодаря которым центр приобрел большую известность, популярность у студентов, и пожелать им, как сейчас принято, сначала крепкого здоровья, успехов творческих, благополучия семьям. Спасибо вам за все, что вы делаете, и с пятилетием вас, дорогие друзья!